А вот еще один кандидат на удаление сада. Сорт Леонтий. Василий Иванович Капелюшин брал когда-то. Должен быть мускат. Должна быть хорошая гроздь. Но это не вообще. Вообще. Разочарование. Вот. Я их не трогал, не стал не обрывать ничего. Вот. Вроде цветение было нормальное. А он не опалился. Вот. И самое главное, что он по вкусу должен быть очень вкусен. Должен быть мускат. Это хотя и первый урожай. Вот он. Все, все, нету ягоды, нету. Но муската не наблюдается. Ну, ягода, конечно, нормальная. Ну, будем наблюдать. Еще 2 года такая история. Он исчезает с участка.